Давай лакаши, бро. Ну, лакаши мы не просто так же падаем. Все, мужик, у нас одна попытка взять топ-1. Реально, один шанс. И как раз вот последняя, знаешь, катка на стриме, это было бы просто, не знаю, настолько белиссимо грация. Ну, у меня на нем был стрим, поэтому это я могу считать. Пойдем? Ну, можно. Они нас зовут, мне кажется. Погнали. Сейчас, друг, я последнюю линию пролутаю. А спонсором твоего видео является букмекерская компания 1xbet. 1xbet это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты. И, конечно же, у меня есть мой личный промокод, который дает вам до 6500 рублей бонуса при первом депозите. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Так, а где это, на горе было или вот левее? Это даже, надеюсь, не кемпинг был вообще. Не, не думаешь? О, на горе, бро. Так, попади в голову, мудак, реально, я тебя басу сейчас. Пойдем? Да-да, я только не понимаю, где точно. А вот сейчас я кину тебя даже. Вот на горе камень там, ну там один камень. Особо-то. Это я не понимаю, сейчас один у меня, да. Вот камень. Передо меточку мной? Кину. Вот меточка. А, вижу. Вижу. Это вот туда моя гранаточка упала. Че, не торопись. Угу, стараюсь. Я уже типа что, прям кручу, бро. Он кидает в тебя что-то? Да-да. Я подхожу. Кидает. Угу. Нокнул его. Я не знаю, где второй, вообще не знаю. А второй... Тебя забанят. За что забанят, вонючка? А ты пидор, потому что. Блин, да за это не бань. А в чем ваша претензия, сосунки? Что именно не так произошло? А ты гей, что ли? Да, я гей, я ебал тебя в рот. Тебе приятно? Я тоже, кстати, лол. Масилик, блядь. Самое, что интересное, бро, они вообще обосрались, то есть у них было преимущество? Да, долбоёбы, блядь. И меня стреляли, и тебя стреляли. Да, и никого там вообще, да. Как думаешь, они талантливо сейчас пососали или все-таки нет? Я думаю, достойно. Я тоже так думаю. Блин, ну просто я не понимаю, ну, блин, ты реально заглотил? Просто, не, ну, блядь. Ну, объективно, да. Просто тебя убили? Ну, вот есть, наоборот, нормальный чел, его завалили, да? Сзади стреляют. Слушай, ну можем прокоцать аэроплан так-то, если хочешь. Не стреляй, вот передо мной чел, вижу. Бегу. А, дроп, на дропе, да? Да, ну, кемп слева, вот он. Ну, там дроп за кемпом, если что. Да. Не, ну, вот он бежит на дроп. Вот он бежит. Вижу. Че, стреляем? Или не? Ну, как хочешь. Он да. Друг, он кого-то там убил. А, стоп, мы походу разных видим, Сань. Не? Понял, возможно. Не разных. Можешь попекать немного? Вырубил. Я в него слепнул. Он дроп уже залутал, если что, да, так сказать, слепо сработало, если что. Погнали такое вместе, бро, распекаем. Да, я сейчас пытаюсь с другой стороны зайти. Я даже друг вот не чекаю, так я чекаю. Так, друг. Дым, значит, есть друг. Я сейчас просто лягу под дом и есть, под дом. Есть, да. Подожди, я не вижу, но он где-то. Хорош. Бывает парни, удачи. Спасибо за просмотр, пока. Ух, блять. Бро, да, бро. А я тут нормально. С горы, я так понимаю. Да. Так, где-то гора. На НВ. Капец, я там первого пропылесосил жестко там. Даже одежды не стал. Вот этого, да, вот этого. Не, я вообще толком ничего. Я, честно, не вижу. А, походу, вижу, подожди. Да, уф, это очень далеко. Это, как я понял, вот этот дом, вот этот кемп. Или вот этот кемп. У нас есть это. Или вот этот, да, он. Что у нас есть? Мотороллер. Можем поехать, да? Новый какой-то, да. А, да, вот это вот новая тема. Газуй, братуха! Так, кем перед нами, который? Не, я тебе скажу, мне правее на гору. На левей? Да. Ну да, налево только. И вот, наверх. Ладно, может дай руль, бро, я доеду до туда, реально. Чё, вот это? Ну, нет. Вот этот. Нет, ну можешь правее. Пожалуйста, правее есть. Да, вот, правее, вот туда, вот вперед. А вот он! Да. Прикол. Ну и находка, ну и ну. Саня, где он? Направо побежал.
Вот дерево, дерево, дерево. Вот, да, да, да. Обоссу. Убил. Хорош. Да я... Жопу стою. Нормально, мы с тобой просто едем. Ой, еще есть. Да-да-да, сейчас всех заберем. Блин, я так ненавижу кибу, бро. Ты хочешь кибу себе? Нет. Да мне прям плевать охота этого оружия, абсолютно просто. Так, подожди, я что-то хотел взять тут, или ты взял? А, ты взял, конечно. Одну взял там. Может внизу покрути. Ой, бро. Тут, короче, с двух сторон прикола. Так. Справа с забором и в кемпе. Если справа забор заберешь, ты просто соска. Ой, что? Я убил. Я ему в голову дал. Понял. У меня сейчас такая шара с грызы залетела, просто, я не знаю, две в голову. Блин. Еще есть. Не знаю, где есть, честно. Вот, вот дом под домом, да, да. Только, пожалуйста, быстро, брат. Я бегу. Какой? Не знаю, вот под этим домом. За забором, спереди будет пикать. Как же гроза? Он за забором. И, может, у тебя где-то еще какой-то, бро, я не знаю. Аккуратно, аккуратно. Лучше сразу умер? Да. Это было красиво. Это ничего. Блин, боже, какая кибу, я ненавижу. Заберите у меня это оружие. Так, куда мы? Где он? Не знаю. Я за мопедом. Давай, давай. Я тогда пока выясню. Где... Вижу дроп. Если что, я зафиксировал. Ты, брат, дашь руль потом, когда приедешь, да? А, я нашел тоже транспорт, все нормально. Это же, получается, наша единственная попытка, да? Пешком пойдем. У нас тачка есть. Ну, бери, у меня я нашел. Ну, только у меня одноместная просто. Вот. Зачем нам RD? Зачем нам RD? Не залутайся. Если что, желание не бешеное. Да ну, где-то прям вот просто тут вот где-то, где мы сейчас едем. Блин, может тут вот стопнемся, кемпик? Ну, можем, можем. Да, забей, ладно, я стопнулся. Сейчас я мотоцикл перегоню в кемп. А тебе больки нужны? Не. Там вообще в трупах мы столько раз сформились. Да, ну я просто лишний. Просто аптеки, вся эта фигня, мне просто даже не вылазит. А сколько у тебя аптек? 8. Брат, скинешь? У меня 3. Да. Я просто болик зачем-то, ну, 2. Было бы вообще классно. Опа. Походу я не это. Ну чё? Точно в видео они не показалось. БТР. А, нет, грузовик. Подорвем, брат, давай. Надо? Да-да-да, ну там может что-то будет. Все, забьем, может, пока на него и челик заберем. Да-да-да. Если честно, челиков не видно вообще, не знаю, они где-то там на горе. Ай-яй-яй-яй. Живи, живи. На, иду в дом. Я нет, тоже не вижу, как бы. Ой, бля. Все, лезь там, лезь там. Блять, братан, не стой, подожди. Все, прикрываю. Вижу, драка. Дал. Все, лезу в дом. Все, залазь в дом. Угу, лезу, лезу, лезу. Ну, у нас окружение, окружение, мужик. Ну, что тогда? Кем поведешься, то наберешься окружение. Вырубил справа. Да, че, пойдем его? Погнали, да-да-да, их заберем, да, и потом вообще по кайфу уже других заберем. Не совсем понимаю, где, конечно. Ну, просто где-то вот деревья тут в поле, я не знаю. Пинас, прилево. Еще и слева, да. Вот я не вижу его. А, вижу, вижу, вижу. Пометки, пометки где-то на рельефе просто. Вижу, боже, вижу, он вижу, хоть раз попадет? Я в его подругу врезался. Хорош. 3 попадания от меня, от него. Так, еще здесь где-то один, да? Угу. Или это он едет? Не-не, вот это тот сверху. Едет опять этот. Да-да, ну, я думаю, дай заподорвем, похрен, давай. Да не, нафиг все. А, он уезжает еще, да, забей. У нас еще где-то справа были, да, я так понимаю, на 320? Да, я шел. Че тут, колбасник, масхалат. Жалко, что нет. 5 секунд, бро, 5 секунд.
Слева где-то за зоной. И справа. И справа. Можем правых закрыть, бро. У них сейчас зона выходит, прям вот скоро. Попробуем, давай попробуем. Ты что, сейчас так обоссан? Давай, ты левее. Давай. Это наша единственная попытка, мужик. Вот, не умираем как бы. Вижу. Все вижу, вообще все вижу. А, у меня М24, боже, я думал, так ебу. Одного убил, там еще один у тебя за камнем справа. Он лоу положил. Хорош. И один слева у меня. Зона накрыла. На квад. Хорош. По-моему. Так, зона какая? Я сейчас патроны заберу, у меня мало. Я не буду. Ах, хотя шлем бы собрал. Или что? Ну, да, нормально, зона еще не душит, как бы. Хорошо, тут никого не было. Так. Все, я сваливаю. Блин, у меня броника боссаны. А, вот. Тут все равно. Да, похрен, вообще забей, все валим. Ну, в плане, я валю. Ой, блин, чё я не смотрел-то зону? Нормально, так ты успеваешь? Ну, я сейчас пойду. Нет, тоже успеваешь. Саша, не переживай, эта катка уже запрыгнула, ну, как бы мы, это же заранее мы записали. Мы сейчас просто комментируем поверх, ну, помнишь, мы же выиграли. А, извини, ты вырежешь? Ну, конечно. Всё. Я сейчас микро вырубал, да? Стрим никто не слышал? Ничего? Да, вы... Мне нужно было дойти на секунду. Это запись, нет? Ну, это я просто записываю заранее под стрим. А, ты на записи. Ну, да, там все. Сложно. Очень сложно. Сам запутался только что. Короче, ребята, мы это выиграли, это мы уже знаем, мы знаем. Стоит брать рюкзак какой-то вот этот, летающий? Бери. А, летающий, это что? Шар? Воздушный? Ничего, да. Не, забей, не надо. Все, жди меня. Чтоб ты знал, бро, я уже полкарты пробоковал. Так обоссал одного, знаешь. Легко просто. Маньяк 26. Хромосом. Уничтожил его. Тебе что-то нужно? Там может быть шлем, то есть фуловый шлем. Не. Какой? Второй. Не, у меня. Там. Что лучше? 30% третьего шлема, либо фул второго? Вот, кстати, не знаю, бро, я так и не разобрался, 4000 часов. Нет, если прилетит именно со снайпы, сразу, ну, да? Со снайпы лучше третий, конечно. То третий, да, ну вот, блин, я вот сейчас видел третий вот такой, и вот... Ну, тут нужно просто рассчитать вероятность того, как бы будут по тебе со снайпы стрелять или зажимать просто. Если зажимать, хотя, то лучше, да, конечно, здесь, второй. Наверное, зажимать. Пойдем вот в этот гатчик, заберем, если то... Давай. Бро, хотя, вот, кстати, еще 6 человек целых, кстати. Да. Реально, немало. Хочешь прям в ангар? У нас два москалата, кстати, нифига мы с тобой стены. Так, я пока край зоны смотрю, тут же выходит зона. Можно вот в этой половине, кстати, находиться и вообще норм. Ну да, только вот тут вот выходит зона, если мы бы сейчас их на перебежечке. Бро, вижу, если сейчас подбежишь, будет классно. Иду. Только аккуратно под рельеф, смотри, вот видишь на 130 вот этот рельеф, они там будут бежать сейчас. Ну, один точно. 130, понял. Я как бы по радару уже оценил ситуацию. Ну, я видел, если честно. Может, чуть слева будет, может, чуть справа будет. Блин, хотя... Вижу, на горке граты. Спереди, вот 140. Поможешь? Да. Дал. Понял. Дал. Его зона убил. Есть. Говно, застелило килл. Да ладно. Смотри, здесь гора опасна. Ну да. Чувак, а что опасно? Мы уже выиграли, мы все знаем. Так, у меня вроде все чисто. Вижу одного. Это просто змея-змей. Змей Горыныч. Это я опозорился только что. Метка. Так, ну вот гора, о которой ты говорил, и слева. Левую я сейчас заберу. Блин, ну нам в гору идти. Ну да. Так, левую я забрал. Так, буст принимаю, иду к тебе. Угу. Это что за прикол? Не, бро, я ровно челику в рот гранату кинул, он выжил. Что? Есть еще грена как коктейль может? Да, где? Вот дерево, метка. Ой-ой-ой. Ну тут я в ЛГ, типа, тут не видно еще. Жди, у нас на горе где-то что. А вот, видел. 7 секунд. Есть какой-то план, как на гору подняться?
Да, можно прям. Это по тебе сейчас? Прям. Нет, 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 можно идти прям. По нему стреляли, вон пришел. Напомню, у нас слева, слева чел. Один прямо на 300, один справа. Бро, слева тебя видит чел. Вот дерево. Он что, будет убегать, засели? Вот дерево, которое прямо сейчас выходит, вот сейчас выходит. Да. Твоя грена? Да. Угу. Убор. Вырубил. Хорош. Убил. Хиляюсь. Где-то справа был один до этого. Окей, окей, окей. У нас последний тим остался. Слышу. Вот бежит на меня. Да-да. 1-4 берет. Все. Хорошо. Мужик, ну я не знаю, это прям бомба. Чего у тебя по килам? 3000 рублей, 5 килов. А, да-да, кстати. А, 5 килов? Да-да. Я 14 накидал. У меня с грозы, я, мне кажется, 10 накидал. Короче, бро, я не знаю, прям офигенная катка. Я чуть не матернулся. Вот, это был челлендж, как бы 66Gets, спасибо огромное. Это ролик тоже в этот ролик ставлю. Он кинул челлендж, типа, одну катку берете, прям выигрываете. Вот прям вот эту вот, который мы, он донат закинул. И получается 1500 рублей каждому, и офигенно. И вот мы выиграли. Вот, все, пока-пока.